Но вы знаете, когда политическая власть в Кишиневе занята разборками между собой, то ясно, что в этих условиях теневые элементы, скажем, криминальные элементы, они активизируют свою работу. И очень хорошо, что исполняющий обязанность начальника ОВД смог наладить работу таким образом, что пошли раскрытия преступлений, связанные с наркотиками. Пошли раскрытия преступлений, связанные с кражами там, и с другими преступлениями. Одновременно та проблема, которую я много раз поднимал, это торговля фальсифицированными спиртными напитками. То, что делает, есть, имеет место в Гагаузии, и торговля спиртом некачественным, который наносит вред здоровью населения, и полиция проводит соответствующие мероприятия, уже есть содержание спирта и много других. То есть полиция достаточно активно работает, она выполняет свои функциональные обязанности. Мы, в свою очередь, стараемся технически ее оснастить и создать для них хорошие условия работы.